Так, ну тогда начинаем. Давай. Тикс. Так, вроде бы потекло. Ай, блин, звук. Нет, он сегодня не один. Привет, Сань. Да. Приветствую вас, дорогие интернет-зрители. С вами Скудер, с вами WhatsApp People и канал Ни Слова о стримах. Всем добрый вечер, день, утро, чтобы у вас не было. Так. Поздороваешься? А я сказал всем привет. Да. Привет, Саня Лысенко, наш дорогой модератор. Вот, ну, судя по всему, ты пока единственный, кто подошел. В общем, вчера мы с вами продолжили прохождение Metal Gear Solid для первой PlayStation. Сегодня продолжим. Вчера мы остановились на вертолете. Хайн Ди. Он же Ми-28. Вот. Ну и, собственно говоря, надеюсь, сейчас мы сразу в начале серии надерем ему зад. Да, вот с тобой здороваются. Вот. Ну и... чуть-чуть обсудим интересное. Вообще, в чё нам еще поиграть, чё посмотреть. Ну и как дальше, чё будет обстоять дела. First, you're to rescue DARPA chief Donald Anderson and the president of Arms Tech, Kenneth Baker. А у тебя сегодня, Антон, жена смотрит на отдельном аккаунте? И у меня что-то проблема с трансляцией. Скорее всего, у меня с Роскомом проблема. Ну, ты чуть-чуть еще заикаешься, но сейчас вроде неплохо, в принципе, слышно. В Дискорде все нормально? Ну да, я тебя слышу хорошо. Оп, а вот сейчас оборвало тебя что-то на полуфразе. Так, ну, проще говоря, я сегодня буду... Ты знаешь, как кто сейчас говоришь? Как GLaDOS из Portal. Она ворвалась к нам в трансляцию просто и прерывает тебя и вместо тебя говорит. Сейчас тебя вообще не слышно, на самом деле. И попробую зайти. Я вообще ничего не понял. Последнее, что я услышал, и попробую зайти. А. Вот ну, слышно. Я сейчас мигом перезагружу этот модем и подойду. А, ну хорошо, давай мы тогда сейчас потихоньку начнем, а ты подрубайся. Угу. Давай. Давай. Так. Блин, чатик в таком нехорошем месте у меня расположен. Ничего не вижу, что вы пишете, ребят. На-на-на-на-на-на-на. Так. А, Саня пишет, чуть себя погромче сделайте. Угу. Так, ну вот. Себя я могу погромче сделать. Хотя со вчерашнего дня настройки вообще никакие не поменялись, но черт его знает. Может, сегодня интернет как-то по-другому работает. Давайте я себя сделаю погромче. Антона пока трогать не буду, потому что он отключился. Сейчас там у него проблемы с модемом, перезагрузится. Так, давайте я себя. Ага. А, извиняюсь, нет, настройки все-таки сбились относительно вчерашнего. Почему-то, не знаю почему, но они снова на ноль сбились. Хотя я вчера усиление ставил в два раза. Вот сейчас должно быть получше меня слышно, по крайней мере. Ну, правда, сейчас и звуков нету на фоне никаких. Так, ну, вот. Как-то так. Сейчас давайте игра начнется и... Сань, ты тогда там напиши, как чё.
О, Виктор Шилов, привет, друже. Меня тут не было, меня никто не видел, меня никто не слышал. Хорошо? Хорошего стрима и настроения. Покрываешься, да, от кого-то? Ну, тебе придется нам что-нибудь взамен тоже дать. Пообещай, наконец-таки, что появишься на каких-нибудь стримах. А то что-то ты совсем так на секунды буквально забегаешь. Вот. Тебе нужно пообещать, что ты на следующем стриме отсидишь все от звонка до звонка. Иначе мы тебя сдадим, что ты был, что мы тебя слышали и видели. Так, давай проверка связи. Ага, так, ну я тебя хорошо слышу. Сейчас тогда я начну игру. Тут сказали чуть-чуть погромче нас сделать. Ну А, ну так я на себя каждом сделал. стриме говорят. А? Так на каждом стриме говорят. Нет, ну вчера я все настроил и вроде бы ничего не менял, но тем не менее почему-то настройки сбились, да, на ноль снова. Я вот себя снова увеличил до вчерашних значений. Вот, поэтому давайте. Так, вот Саня пишет, тебя хорошо стало слышно. Ага, ну хорошо, а как WhatsApp слышно? Да, как меня слышно. Ну, я, правда, сейчас и говорю еще немного тиховато. С учетом того, во сколько я спать лег туда. Ты хоть на работу сегодня не проспал, бедолага? Нет, удивительно. Ну, слава богу, это хорошо. Так, Виктор Шилов приходил. Извиняюсь, не видел. Ага, А, ну это ты здесь еще все. подгружался там, я читал. Виктор, привет. Так, и вот он сейчас продолжает. Я на работе сейчас и ухожу через 20 минут. Время для меня не очень удобное. Записи просматриваю. А, ну понятно. Ну, в общем, это все вот из-за этих громадных разниц во времени. Понятно. Ладно, считай, что отмазался. Звук норм, говорят. Хорошо, хорошо. Это радует. Так, ну пока, в принципе, игра, игровых звуков-то практически нету. Там самое главное это как на фоне внутри игровых звуков мы будем. Ну, А я-то... вот плохо то, что звук норм. Вы можете слышать мое бульканье. Ну, бульканье это либо можно как-то чуть-чуть пофиксить на твоей стороне, ну, то есть только ты его можешь пофиксить. Это я не знаю, А, может естественно. как-то шумоподавление либо убрать, либо наоборот добавить. Ну, в общем, как-то поэкспериментировать. Надо будет нам с тобой, наверное, либо сегодня после трансляции, либо завтра перед. Вот. Ну, в общем, да. У меня просто старый микрофон, я вот узнаю эти звуки, точно так же вот фонил. Вот эти вот пиканье какие-то. Очень похоже на то, что было раньше Да у я меня. просто платежи сразу принимаю во время стрима. Покупки у меня тут делают. А, ну окей. Ладно. Так, ну все, поехали. Да? Засейвались мы, оказывается, чуть-чуть. В общем, в башне Б она... Сейвалка не различает, вверх это был или низ. Нам снова надо наверх пробираться. К нашему жидкому. Так. Я, кстати, сегодня скачал фильм Т-34, о котором мы вот, когда мы вчера или позавчера разговаривали. В общем, после трансляции его буду смотреть. Перед трансляцией не успел все-таки глянуть. Но посмотрел обзоры на него, в общем. Не удержался. Но просто мне реально был интересен очень этот фильм. Вот, и... Ну, в общем, обзоры разочаровывают, конечно. То есть, Ну, скорее так это всего, это естественно. очередной, простите за выражение, высер на тему будет Великой Отечественной войны, где будет перевираться, собственно говоря, не то что сами события, а немножко вот атмосфера войны сама. Вот, наверное, это самое, блин, сейчас страшное, то, что делается. Откровенный шлак хотя бы народ еще замечает,
А тут как бы вроде бы и сам фильм такой ничего, нормальный. Вот, но в нем есть такие нехорошие посылы, как, например, обеление фашистов, обеление вообще нацистской Германии, в общем, и типа не такие уж они были и страшные, и, в общем, противник, оказывается, был достаточно такой гуманный и в то же время тупой и безалаберный, и типа может показаться, а чё мы вообще 5 лет с ними воевали? Вроде неплохие ребята, плюс воюют вроде не так слаженно и хорошо. Ну, то есть тогда, чё вы типа с ними 5 лет сражались-то с такими вот разгильдяями, и тем более ничего плохого не было, что чуть ли они не пришли тут действительно все доброе, светлое у нас сеять на земле, а мы тут с ними давай сражаться. Ну вот как-то так. А это, по-моему, в любом фильме про войну найдется какой-нибудь там у врагов положительный герой, который либо их там защитит или не сдаст, все в этом духе. Да, но сейчас уже давайте чуть-чуть закончим. Просто когда один герой, это одно, а здесь, ну как бы, да, здесь тоже как бы основной один герой на стороне фашистов, ну он как бы антигерой, да. И он вообще, ну просто рыцарь в сияющих доспехах. Ну и вся армия фрицев, так сказать, вся армия немецкая, она вот выставлена таким, ну, благородным противником, благородным, черт возьми, потому что в концлагерях там, видите ли, людей не пытались, сжигали заживо и, в общем, всячески издевались, и это были, собственно, их последние дни для многих. Вот, а это как практически, ну, какой-то пионерлагерь там, где хорошо кормят, там, где хорошо над ними, за ними смотрят, но не более того. Вот, ну, в общем, достаточно опасная тенденция, это плохо, конечно. А главный продюсер, как всегда, фонд кино, да? Да, ну они не продюсеры, не да, они деньги выделяли, естественно. Неудивительно. Так, Рилин Вэй. Доброй ночки вечера. Ой, Привет. привет, привет. Доброй ночки. Так, и Саня пишет, да, еще все, играйте, звук везде классный. Ой, ну замечательно, я прям рад. Хорошо. Так, ну что, ребят, тогда вот мы перед дверью, собственно, стоим на крышу, где у нас будет второй раунд сражения с жиденьким змеем. Ну, надеемся, что он таковым и будет и просто сольется в унитаз. Вперед! I'm your shadow. Блин, классная фраза. Потому что он в рай попал. Почему сразу в ад? Пессимист какой-то. Явный. Ликвид. Ай-я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 й. Так, еще у нас паёчек здесь. Что у нас, по-моему, пайков больше, чем было вчера. Сегодня. Хотя это странно. А ты только недавно, по-моему, два пайка или один паёк взял. Ну да, но по идее вчера я столько же брал. Так, где он там? Да ладно, я только разогреваюсь. Упырь ты чертов. Ну он такой говорит, это было ничто. Твое типа попадание. Ну я тебя сейчас влуплю еще раз 20, и все будет по-другому совсем. Так, Александр Лысенко пишет. Слышали, анонсировали «Охотники за привидениями 3» в 2020 году выйдет Ой, да ты тизер чё? фильма в группе. Воу. Но я надеюсь, не с этими бабами, а Да, я с тоже, нормальными вот я охотниками. прямо согласен с Антохой, потому что то, что было с бабами, это вообще не охотники за привидениями. Это прям вот действительно они насмехнулись над всеми Да это частями, кошмар как был, будто да. правда, как будто фонд кино тоже их спонсировал. Это просто, как это, песня была ода, просто была феминизму. Ну. А меня сегодня порадовал вопрос покупателя. Типа, а у вас не появились русские ноутбуки, которые в каком-то русском городе?
собираются с русским железом. Я ему говорю, есть нет, такие? Знаете, деревянные экраны у нас пока еще как-то спросом не пользуются, поэтому пока еще нет. Интересно, а что ж там такое собирается в каком-то городе? Ой, я не помню, как он называется. На букву Ш, по-моему. Букву Ш? Ну, не Шкотова. Да. А, так у нас, в смысле, прям в Приморье? Нет, в смысле, в России. А. Ай. Или на Ж. Ну, короче, в каком-то русском городе. На русском же. Ну, слушай, Сань, во-первых, ну, насчет охотников я не видел. Спасибо, если ты их скинул в группу, посмотрю. Вот, я не за всем слежу то, что ты скидываешь туда, ну, потому что не все новости мне, скажем так, интересны. Я так заголовки пролистываю. Вот, но про охотников посмотреть надо, да. Конечно же. Сан Андреас, всем привет, сори, что я долго был. А, привет. В школе был. Привет тебе, Лав, Сан Андреас. Мне опять не нравится, Александр Лысенко написал. Лов Сан Андреас, привет. А в чате сердечко. Вместо слова лав. Классно. У нас просто тишь да блать, да блаш. Тьфу ты, блин. Все перепутал. Тишь да гладь. Тишь да гладь, да божья благодать, да. Что-то вроде только телемост начался, я уже заговариваюсь. Ох, как ракета летит. Классно. Пам-п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 ам. Да-да-да. Ликвидосик. Так, Рокс подошел, пришла. Привет. Джай Апорт. Так, подожди. Антох, Рокс это парень, в общем, раз и навсегда, давай. Ты что-то уже второй стрим его. Ну, то он, ну, то я... она. А я сейчас немного потупливаю, я же говорю. Так, извиняюсь, Рокс. Написал что-то не по-русски. Рокс? Джая Портемон Аураге. Про какой-то овраг, короче. Что бы это могло значить? Да. Александр, я обычно сообщаю то новости, но и крутые фильмы. Ну, это кто это? У нас просто группа превратилась в новостную игру. Ой, в новостную группу по играм. Благодаря Сане Лысенко. Угу. Ну и по фильмам уже. Скоро, ну, будем, да, отбирать. Ну, там тогда... видел, что-то он про Марвел там добавлял. По-моему. Скоро будете отбирать, про Паука. Хлеб у игромании и игромании кино. Да. Да. Нас, кстати, уже больше там 70 человек. Тоже спасибо вам, ребят, что подписываетесь. Хотя я понимаю, что до как бы последнего времени там тоже особой активности не было. Кстати, я опять чуть-чуть себя слышу у тебя, Антон. Я не знаю, как это на трансляции, ну, дублируется звук или нет, но вот у себя в наушниках я слышу себя. Сейчас, секунду, подожди. Ну, сейчас должно быть немного лучше. Хорошо. Блин, где он, где он, где он, где он? Ага. Ой, сволочь. Так, Вен пишет. Я принесла свою книгу. Принесла? Перевод Рокс. Да. Принесла свою книгу. Подождите, так... Вен это девушка? Я что-то не понял. Ну ты так прочитал, Вен принесла. Ну да? Написано, я принесла свою книгу. Перевод Рокс. Вот как-то так. Александр, это чтоб группа жила, а то тихо совсем, когда тебя нет. Ты прости, Вен, если я что-то всю дорогу тебя, ну, в мужском роде называл. Почему-то я думал, что ты парень.
Если это не так, то извиняй, пожалуйста. Прошу прощения. Рокс пишет, во-первых, не книгу. Переводчик неправильно текст перевел. Так. Что-то вот там то, замуты что какие-то. Он не по-русски писал. Джай Апортемон во враге. А. Так, где он? А это вообще хоть в каком языке, народ? Что за мексиканский? Так, где ты есть? Угу, хорошо. И опять он вниз уходит. Так, ну надеюсь, эта попытка будет успешной. На сегодня ты ему откусил больше, чем вчера, по-моему. Нет, еще не больше, но у меня сегодня рейшенов больше. Пока что. Вчера я его почти завалил, ему осталось там 3, может, выстрела. Ай-яй-яй-яй. Лучше от греха подальше эту попытку пропустить. Нехорошо он вышел. А. Трэш всех приветствует, и тебе, Трэш. Привет, и тебе, Трэш. Молодец, что пришел. И Рокс говорит, то, что эта фраза была на французском. Только непонятно опять откуда. Так, я попал. Блин, нет, не попал, да? Блин, только зря жизни потратил. Жидкий ты сволочь. Блин, и опять он в этом месте ушел. Под поле. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай, давай, вот здесь. Давай, выныривай сейчас. Затяжная такая дуэль у нас получается. С жидким. Блин, он понял мое слабое место, и он в одном и том же месте, зараза. Начинает выныривать. Так, Сан Андреас пишет, пусть, а ты кот? Окей, я тогда мышь. Ну это всем и кино, и кинотрэшу все приветы передавали. И Рейлин написала путь. Угу. В общем, она всех кусает. Угу. Так, ты где, ты где, ты где? А. Дымится уже, сволочь такая, дымится! Ничего, ничего, тебе недолго осталось дымиться. Скоро ты рухнешь. Надеюсь. Ну давай, 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 давай. Давай, выныривай. Так, где ты есть? Том и Джерри. И снова вниз. Да замечательно просто. Сколько нас там сейчас на трансляции? У нас сейчас семеро. Неплохо. Семь человек. Так, кинотрэш. Чем-то напоминает босс файт из Siphon Filter первого. Там тоже босс вертолет на похожей площадке.
Да, может быть. Есть такое. У меня уже события немножко перепутались, если честно. Вертолет. Я помню босса в Сифон Фильтре, но это, по-моему, во втором. Там вокруг вертолета надо с каким-то супер бронированным чуваком бегать было. Я помню, мы тоже, вот, опять же, с Лехой играли. Ну, наверное, заметили, да, уже, что постоянно, когда я о тех временах рассказываю, фигурирует Леха. Это мой одноклассник, и мы старожилы канала его как бы, ну, знают. Вот, и мы с ним постоянно проходили игрушки. И, короче, мы долго не могли понять, что с ним надо делать. Там с крупнокалиберного у него шмаляли. Все без толку вообще. Но тут без подсказки, точно помню, не обошлось. Нам сказали, что... Ну, а там вертолет стоит на земле, но он заведенный. То есть винты у него работают. И нам подсказали, что, типа, надо его с крупнокалиберного жарить. И стараться его на винт на этот, в общем... Ну, натолкнуть, короче. Вот, кто помнит, подскажите, какая это часть была. По-моему, вторая все-таки. Вот, и... Ну, там, по-моему, достаточно одного раза. Он ваншотится, но надо сначала вот поймать его в это положение. Нелегкое. Треш спрашивает, Леха, который за место GT4 купил NFS? Нет. Кто был... Ай, блин! Вот я косяка упорол, не на ту кнопку нажал. Охренеть просто, жесть. Это был такой момент сейчас просто закончить битву. Шикарный. То был Ромка. А вот тот, который GT4 купил таки потом, вместо вот Ромки, это как раз Леха был. Поэтому... Молодцы, что помните, трэш. Красавчик. Давно я эту историю рассказывал. Приятно, приятно. Так, ну все, надеюсь. Нет? Ага, все, все. Вот теперь все. Вроде бы. Да. Так, последний раз он вжаривает. Ой. Ладно, мы выжили. Фу, я помнил, куда он должен побахнуть. Наконец-то мы сбили эту соплю надоедливую комара этого. Гори в аду, жиденький. Как же пафосная походка на фоне взрыва, эх. Это еще было не в трендах, видимо. В то время. А чё, по части Сифон Фильтра, вот то, что я сказал, никто не написал там? В какой части это было сражение? Нет, нет, все молчат. Не помнят. И есть, Александр написал кинотрэшу, что, ну, что босс Файт похож. Он написал, ага, но там сложнее. В смысле, в Сифоне. В Сифоне. Так, давайте послушаем, тут кто-то кон звонит. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored. Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know, you don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Окей. Call me if you need to. Окей, я так он. Хорошо. Чё, и ничего не выпало даже оттуда. Ни рейшен, ничего. Блин. Печально. После битвы с главарем. Сан-Андреас пишет. Хм, прикиньте, как колобок по-английски будет булка. Колобок. Ну, может быть.
Трэш, я помню, в Сифоне третьем нужно было бронированного чувака с помощью дробовика выбросить из самолета. Но то, что ты рассказывал, не припоминаю. Ну это, значит, не в третьей части было. Это, видимо, некий ремейк битвы, но вот я точно помню, что была битва с главарем, вот именно на взлетно-посадочной площадке, там вертолет стоял, и нужно было вот его запихать под лопасти винта. Тоже с чего-то такого, что... Ну, ему повреждения вообще никак нельзя было с помощью того оружия, которое на тот момент у тебя есть. Ему нельзя никак навредить. Но ты его откидываешь, как бы, что он в броню весь закованный. Если там стреляешь с чего-то крупного, он так, ну, отбрасывается назад. И вот надо было подгадать так, чтобы он отбросился именно на винт. На винт причем, ну, хвостовой. Потому что винт, который, ну, наверху основной, конечно, он под него не мог попасть. Так, у нас даже стингер остался чуть-чуть. Так, так, так. Где у нас МП-гранатки? Так, блин, Андреас говорит, что про Колобка это ему Яндекс написал. Ну, Яндекс знает, Яндекс умеет. Яндексу надо верить, вы чё? Если Яндекс говорит, что так, то значит так оно и есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сика опять упорол, блин. Так, надо вот так сделать. О, теперь у нас 5 рейшенов можно брать, и это максимум. Одна пушка сраная, на нее еще одну гранату тратить. Ну ладно. Так, он сказал, починил лифт, да? Слушайте. Я лифт этот помню. Ага, вот патронов нам не случайно дают кучу на автомат. Помните, что сейчас дальше будет? Я, честно, нет. Ну, в общем, там сейчас замес в лифте будет. Но фишка в том, что у меня рейшенов нету. Опять же таки, один всего остался. Надо попробовать что-нибудь найти, потому что иначе будет очень сложно. Так, что у нас тут? Так, Трэш говорит, может быть, в первом такое было... Она как раз была наполнена такими необычными способами убийств боссов. А, ну может и первая, но мне почему-то отложилось в памяти, что это вторая. Может быть, я не спорю. Я все три проходил, но у меня они, блин, в башке перепутались. Я их, ну как бы, проходил по разу всего, наверное. То есть это не так, что я там каждую часть, как говорится, задротил, да, там. Поэтому могу путать, в какой именно из частей был этот момент. Так. Вот здесь должен быть рациончик. Или здесь он не резнулся. Соком булиц. Блин, ну вы серьезно, что ли? Так, наверх. Блин, наверх сбегать. Ну потому что, правда, без рационов будет прям сложно. Таких стычек, кстати, с убер-солдатами будет не одна. Вот это будет первая. Ну, можно сказать, первая была еще с Мэрил, когда мы вот только с тюрячки сбегали, да? Ну, точнее, она тогда убежала с тюрячки, а мы тогда пытались спасти шефа Дарпы. Первого негра. Зальдата. Да. И сейчас вот в лифте еще будет, потом еще раз будет на лифте. Вот раза три, по-моему. Там хоть нам Мэрил помогала, а здесь сейчас уже никто не будет помогать. Блин, да и здесь ничего не резнулось. Да ну вы что, серьезно? Что я хуча? Там-то все взорвали. Осталось.
Не, нету, да? Все, он на голодовку тебя садит. Ну, хватит, дайте говорят. мне доширака, блин, пожрать. Пацаны, дайте дошика. Обалдеть. Просто зря сюда сбегали. Да, в общем, выход тоже взорвали. Кстати, если говорить о таких военных фильмах, ну, достаточно, вот, которые недавно вышли, вот, последний фильм 2012 года, по-моему, который я посмотрел, как раз о Второй мировой войне, ну, о Великой Отечественной даже, а не Второй мировой, вот, и мне он понравился, действительно. Правда, там есть некий налет такой мистики немножко, но, тем не менее, все равно фильм хороший, вот, есть над чем подумать. Ну и снят хорошо, и без всякой вот этой вот чуши последние годы, которая пошла. Короче, называется «Белый тигр». Вот. Ну, здесь «Белый тигр» имеется в виду не животное, естественно, «Белый тигр», а... Ну, а танк? Танк, да, «Белый тигр». Вот. Советую посмотреть, в общем, ребят, кто не видел, гляньте. А Сан-Андреас тебе предлагает доставить доширак. Мне? Да. Ну, у тебя чего нет? Спасибо, да, спасибо большое, но... Пока он дойдет, я думаю, Снейк уже окочурится. Так, а вниз мы, если пойдем, там у нас будет... Коридор этот, может, там что осталось? Ладно, давайте уже, блин, спустимся, что ли. Ну, потому что, ё-моё, а что делать? Тогда в детстве мы и побольше бегали. Сейчас хоть не так много вот этого возвращения назад, но вот за припасами приходится бегать. Конечно. Вон, вижу. Не могу понять. О чем, но Сан-Андреас написал то, что смотрел 14 раз каждый год. В смысле, вот этот фильм, ну я последнее, что я про фильм же говорил. Ну да. Сан-Андреас, а можешь пояснить все-таки? Потому что мы тебя не совсем поняли. А, «Белого тигра» смотрел 14 раз. А, ничего себе. Каждый ну, год. Тебе понравилось. О, ну вот. Ага, ну значит правильно, да. Все-таки про «Белого тигра». Точнее, фильм «Белый тигр». Не, ну фильм действительно четкий. Так. Самый последний, который я смотрел, это была «Ярость», про танк, про это. Ты а, все ну это американский фильм. Да, да, да. Там Брэд Питт снимается. Ну, он такой, я бы сказал, он, блин, клюквенный. Особенно вот там сражение вот это последнее, оно вообще, ну, то есть, это как в этом World of Tanks, ё-моё. Знаешь, какой это интересный фильм, когда ты работаешь на втором этаже в спектре техники и нет народа. Это замечательный фильм. Понятно. Ну, ладно. Так, Сан-Андреас пишет, он идет на 9 мая каждый год. А, да ты чё? Я вообще забыл, когда телек смотрел, поэтому... Я также, у меня телека уже нет несколько лет, ну, не 14 лет, но лет, наверное, 6 точно у меня нет телевизора, поэтому... Ну, как бы, я тоже телек не смотрю, я этот фильм сам нашел, он мне в похожих выпал, причем на Ютубе, хотя на Ютубе, по-моему... Ну, типа, фильмы там нельзя выкладывать. Но это именно... А есть много каналов. Нет, там... Это канал официальный был. То ли Мосфильма, киностудии, то ли еще что-то. Естественно, они имеют право свои фильмы ставить. Так, а вышел же Т-34. Так ну... вот, мы же вначале его обсуждали, что это шлак. В общем. Так, что-то убрали, что ли, отсюда пушки? И Рейшн теперь здесь нету. Потом с этим, с Хабенским выходил. Как его? Вильзевул, Обезбор. Собибор?
Собибор, да, вот эти вот тоже, русские названия. его, ну, такой себе фильм, короче. Охейтили его тоже. В общем, мы сейчас до начала игры дойдем перед этим лифтом, уже вон куда вернулись. Так, ну вот, не зря зато бежали, на самом деле. Так, платочек вешаем. Так, ну здесь должны быть еще рейшины. Раз уж мы сюда приперлись. Эй! А чё вы? У меня платок! А, фу ты, блин. Они прорывались сюда с таким рыком, а теперь любят меня. Любят во все места. Вин спрашивает, а почему телек перестал смотреть? А потому что, чё там смотреть на этом телеке? Ну, то есть, там по телевизору в основном новости, да, всякие передачи вот эти идиотские. Я их, ну, в принципе, не смотрел, даже когда был телек. А все, что меня интересует, ну, какие-то фильмы, допустим, или сериалы, которые я хочу посмотреть, я могу посмотреть в интернете. А вот этот вот постоянно... А, понимаешь, когда телек есть, он у тебя все равно так или иначе включен целый день, да? Хоть ты ничего не смотришь. И он у тебя вот реально как зомбоящик. Он тебе постоянно на подкорку вот какие-то передачи или еще какую-то хрень тебе сыпет. Новости вот эти вот, в которых тоже там правды с гулькин нос и ничего ты там не увидишь. Поэтому я решил отказаться от этой хрени. Вот. И знаете... Ни разу не жалею. Нет. Абсолютно. Я последний раз наслаждение телевизора получал, наверное, в детстве, когда шли всякие Disney Club и все в этом духе. Когда с улицы бежишь, эти вот 20 минут, чтобы посмотреть, и все, дальше телек, в принципе, не нужен. Тем более, да, ТНТ. У нас тогда вот, Антоха, он не даст соврать, не как сейчас было кучу каналов, где постоянно есть мультики. У нас тогда было чуть ли не раз в неделю вот эти долгожданные мультфильмы там. В воскресенье шли, и мы реально, даже если на улице все, и можно было понять, что идут диснеевские мультики, в воскресенье нету никого на улице, из детей просто нету. Вот где-то с 5 до 7 там где-то, или до 6, просто улица опустошенная. И то все смотрели Первый канал, потому что только по нему шли диснеевские мультики, а по второму шли всякие «Ну погоди», которые ты 800 тысяч раз уже пересмотрел, их просто не потом, помню, по второму каналу тоже что-то стали там, переехали туда, то ли... Ну, что-то там были какие-то мультики тоже, я помню. «В гостях у сказки» или «В гостях у Диснея», что-то как-то там называлось, вот такая вот тема. Но все равно, до скольки, до 14 лет... У меня было два канала. Все. Первый и второй. А ну и вот его прим. Появился потом. По-моему. Да, да, да. Такая же ерунда. То есть, пока мы спутник не купили, батя не взял. У нас было два канала, плюс местный. Но местный тоже, он, в смысле, он недолго просуществовал. И благополучно год, загнулся. По-моему, прожил. Сколько? Год, по-моему. Не, больше, точно больше. Он потом еще раз же, они типа перезапуск делали. Потом они перестали там это новости делать, это они просто там крутили же потом, грубо говоря, видак включали, да, и крутили боевики, всякие фильмы там. Да-да-да. Такое было дело. Да. Сан-Андреас тебе пишет. Как же долго будет проходить Гран-Туризмо All Stars? Там в каждой гонке, а их 10-15 кругов. Рокс говорил 20. Я знаю, спасибо, Сан-Андреас. Я уже... У меня просто панический страх перед этим чемпионатом, потому что вы меня уже так им запугали, что ой-ой-ой. Но на последнем стриме вот именно по чемпионатам на выносливость, я тогда думал, что там по 50, там по 60 кругов, но Рок сказал, что там по 20 кругов в каждой гонке. И, ну и в принципе это не так много, и вот за те же самые где-то там часов 5, я думаю, затащить реально, ну, на стриме. А если еще и будет у меня соведущий в лице WhatsApp, ну, в смысле, вот Антохи, то мы затащим его. Я думаю, часа за... Ну, может, не 3, ну, часа за 4, 4,5. Ну, в общем, уложимся.
в нормативный профсоюзный. Там... Только надо будет тогда, видимо, время выбрать, когда у тебя именно будет выходной или перед выходным. Ну, чтобы ты мог чуть-чуть подзадержаться, если что. Ну, там, часиков до 2 ночи. Вот. Ну, у меня выходные понедельник, вторник. Ну, вот, значит, где-то тогда на это время надо будет Да назначать. и на гонках все равно веселее, потому что не нужно прерываться, можно все время говорить и говорить, потому что не будет никаких вставок, как таковое. Да, плюс как бы все равно у меня, что бы кто ни говорил, а у меня гоночная аудитория и гонки у меня, я, ну просто я статистику знаю, как бы своего канала, гонки гораздо лучше заходят, ну многочисленнее, в общем. Так, Вот. Александр спрашивает. Тоха и Витёк, а вам нравится вселенная Звездных войн? Ну, игры и фильмы. Многие хвалят Вы слышали это? бой эпизод Возвращения джедая. А вам? Ну и игра Star Wars Battlefront популярна. В общем, сейчас перед тем, как заходить в лифт, отвечу на вопрос. Потом Антоха будет отвечать уже, когда я пойду сражаться. В общем, вселенная Звездных войн или Star Wars, она вообще не про меня. То есть я... Единственный фильм старый, который я смотрел, это эпизод, по-моему, 3, да, он там «Буря в стакане», и то это в переводе «Гоблина» я его смотрел. Он называется «Буря в стакане». Вот. И после этого я посмотрел вот один из последних фильмов, вот новый перезапуск «Звездных войн», где вместо Натали Портман какая-то похожая на нее молодая актриса играет, но не она. Ну, в общем, единственное, что мне вот запомнилось, то есть такой прям там перезапуск был. Это не самый вот последний фильм, а перед этим еще, который был. Вот. Ну и, собственно, все. Игры я тоже не играл по Звездным войнам, так что нет. Со мной о Звездных войнах, в принципе, говорить можно только о названии. Все. А, название, да, ну слышал, да. Вот. Ну, теперь ты говори, Антох, как тебе вся эта А мне петрушка? самый последний вот фильм еще из детства, но до сих пор любимый, это не помню какая часть, где Дарт Вейдер говорит: «Люк, я твой отец», вот это, ну, где убивают Дарт Вейдера. Вот почему-то вот именно вот это. И фильмы, где был вот это Джанго Билс, ушастое вот это вот создание, которое бегает, как будто у него ноги из доширака, кстати, сделаны. Вот, и все. А из игр только Knights of Old Republic. Только не без К, просто Knights of the Old Republic. Рыцари ну да. Старой Республики. Вот. О, давайте послушаем вот сейчас. Вот только она. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves four. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you. So I went back to the lab and... Yeah? The four suits were missing. Короче, этот балбес просрал 4 костюма. Стелс-камуфляжа. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. Ну вы уже понимаете, к чему идет дело, да? 135, but that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you. Ну вот, сейчас нас будут жестко обстреливать. Так, блин, мы совершили ошибку и не засейвались. Я вот не знаю, сейчас мы сможем засейваться. Давайте позвоним Мейлинг. Снейк. Она... Вот хорошо, кстати, сделано, ну как бы, наверное, в угоду напряженности, что она в таких вот моментах, она уже не говорит свои там какие-то вот эти вот китайские пословицы, да, там. Вот, и ну, просто поддерживает. Давай, Снейк, давай. Долго не расшаркивается, короче. Так, походу мы сейчас перезапишем просто время. Блин. Да, почти час. Фух, ну ладно. Будем, значит, сражаться. Так, что, вот продолжаю? Только ради тебя, блин, и буду делать. Так, давайте будем сражаться, да. Так, во-первых, делаем так и делаем тепловизор.
Сан-Андреас говорит, что возможно и 20 кругов он точно не помнит. Рокс пишет. Он пишет про GTA All Stars, а я про Пиги Кап писал. Все что ли? Я что-то думал, короче, что будет. Фу, сложнее. Что-то они бегали больше, чем стреляли. Так, ладно, теперь я весь внимание. Прочитай еще раз сообщение, пожалуйста. Сан-Андреас говорит, что возможно и 20 кругов, он точно не помнит. Рокс пишет про GTA All Stars. Он писал про PD Cup. А, да? Вен. Ладно, так, я это что-то, не распознал подвоха. Так, а чё, в GTA All Stars тоже дохрена типа кругов, да? Окей, ладно, значит, два чемпионата у нас будет офигенно длинных, да? Ну, я так понимаю, Вен, подтвердите мою догадку, то есть и Polyphony Digital Cup, и получается Gran Turismo All Stars в лиге профессионалов будет длинный. То есть там 20 кругов, а там по 15, да, в каждой гонке. Ладно, ну, значит, просто 2 дня придется убить на 2 этих чемпионата. В принципе, тоже не шибко страшно. Вот. Еще Сан-Андреас говорит, а еще Gran Turismo World Championship и еще All Japan GT Championship. Да, там тоже дофига кругов. Ну, типа. Еще Dream Car Championship. Когда-нибудь эти круги закончатся? Короче, это вся профессиональная лига, в общем, будет состоять из таких вот. Блин, вот тварь, а. Так. Я аж испугался, блин. А еще формула ГТ. Ай-яй-яй, твари. Блин, нахер идите. Черт, фига меня покоцали. Жопа. Так, а у нас сейчас с вами это... В общем, вторая дуэль со снайпером Вульфом. Блин, жизни вообще нету. Поэтому чертовому коридору пробежались. Так, ладно. Ой, диазепама нету. Чего же вы диазепама-то не дали, а, уроды? У меня два диазепама, на весь бой не хватит точно. Так, надо... По-моему, здесь даже мины есть. Включу-ка я майн детектор. Так, я на секунду отбежал. Ага. Так. Ну, хоть так, ладно. В смысле, нет места. Хотя нет, да, нету здесь никаких мин. Может, ты бы спрятался хотя бы? Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her. Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. Конечно, happy. No, I'm not. So then what is it? Девчоночка его. Snake, please don't kill her. Are you insane? Please. She's a good person. You'd know that if you talked to her. Да-да-да, сейчас. Сначала она меня нашпигует пулями, потом я с ней поговорю. Ох ты, вот так даже можешь сделать, да? Я не спорю, женщина, ты красивая, но не люблю я феминисток, поэтому... А еще больше не люблю убийц. Тут дело не в феминизме даже. It's a mistake for a sniper to reveal her location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is?
It's a bullet straight from my gun to your heart. Please, Wolf! Snake, no! Quiet! Don't get in our way! Quiet, она зовет эту снайпершу из пятой части. You men are so weak. You can never finish what you start. Было бы еще круче, если бы она сказала не финиш, а... О, опять паёк появился, шикарно. Вы никогда не кончаете то, что начинаете. Прошу прощения за мой юморок за 300. Так, там Саня просто кричит. Так, с Никиты её вали! Ну да. В общем, фишка тут в том, что товарища Вульф можно завалить здесь с Никиты. И этим... Ну это даже не чит, это скорее... А, уже даже ты отсюда попадаешь? Ну ты, подруга, сильна. Так, погоди. Я помню, можно куда-то пробежать еще. Если честно, эту площадку не очень хорошо помню. Ладно, чё, давайте... Первую дуэль мы, в принципе, уже честно выиграли на... Один на один. Дуэль на снайперских винтовках, поэтому давайте поприкалываемся с Никиты. Так, единственное... Надо вот узнать, где она. Так, ну давайте разок шмальнем. Вон она, ага, вижу. Так, и тут надо вот так лететь, вот так, вот так, и вот так, бум. Да, ну походу, снаряды, короче, отнимают ей ровно столько же, сколько бы отнимали и пули. Хотя, может быть, я не прав, пули, наверное, отняли бы в два раза меньше эту полосочку. Ну, ладно, неплохо. Так, где-то сейчас, дорогуша, с той стороны, да? Значит, мы к тебе с этой стороны сейчас подъедем. Бам! Оу, е! Так, а можно, кстати, не от первого лица даже лететь. Насколько я помню. Вот так не видно, где она. Вот в чем фишка. Враг. Оу! Промазал, что ли? Я же в ноги ей летел. Опа, оттуда она, кстати, нас видит. Я видел метку на себе. Что-то она нас жалеет. И не попадает оттуда. Бам! Давайте-ка присядем. Это лучше. Вот она, техника до чего дошла. Не, а чё, Снейк сам говорил, на войне как бы... Опа, а сидя я не могу стрелять, да? Зашибись. Сидя, да, я не могу стрелять. Так, она... Но всё равно лучше с этой стороны. На войне главное выжить, на войне все средства хороши. Тут как бы о благородстве думать уже поздно. Куда ты, дорогая? Да ё-моё! Какая она! Прыткая! Так, она сейчас справа у нас, да? Да. Бум! Ну вот, половина жизни нету. Хорошо. Пам! Кстати, насчет Никиты мы тут сами додумались, ни у кого не спрашивали с Лехой, это точно, я помню. Бам! Можно ей, так сказать, залететь прям чуть ли не под юбку на Никите. Но делать там под юбкой у нее нечего, тут полигонов очень мало, поэтому там
Там неинтересно. Фу, какой я пошляк. Так, ну осталось буквально пару выстрелов, дорогой нашей снайперши. Всей, любви всей жизни доктора Эмериха Отакона. Не туда ты целишься, дорогая. Бам, все. Все. Приплыла, дорогая. Так. ПСГ-1 патроны. Ну тут, в общем, игра надеется на то, что мы должны биться по чесноку. На Никиту здесь ничего нет. А, сейчас будет долгая киноха. Можно сделать небольшой перерывчик. Конечно, киношные ставки на то время были шикарные. Сейчас, может, конечно, смешно смотрится для некоторых новичков. Теперь нас ждет очередная история злодея, снайпера Вульф. Just finish me quick. I am a guard. I have always dreamed of a peaceful place like this. A guard? So that's why you're called Wolf. I was born on a battlefield. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Riven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up. Ну да, самый простой, Сань, согласен. Few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun. And pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle scope. Now I could see war. Not from inside, but from the outside. As an observer. I watched the brutality. The stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglenek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true. We're all for sale at some price or another. But you're different. Untamed, solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you?
аж до слез. Wolf, you spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please. Set me free. Why? Why? Ну, тут еще и атакон. What is it? My gun. Я знаю, Саня, ага. Спасибо. She's part of me. Сейчас поговорим. Сейчас досмотрим. Она мне реально нравится. Классная вот эта вот именно часть про снайпер Вульф. Волки как воют. Goodbye. Snake, you said that love could bloom on the battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching too. Эх, ребята, сильная сцена. Ох, аж комочек-то к горлу подошел. Реально. Ну, блин, Кодзимыч могет. Конечно, речи достаточно... Ну, что там говорить, пафосные. И в реальной жизни люди так не говорят, конечно. Но это художественное, как-никак, произведение. И через диалоги он вот подает характер персонажей, да, раскрывает их. И, черт возьми, вот этот сейчас диалог между Снейком и Снайпер Вульфом, а точнее, скорее даже ее монолог, был классный. То есть он еще четко играет на вот реальных каких-то конфликтов. То есть она сказала, что она курд, а там действительно всегда все было сложно у курдов. Ну и, в общем, да, вплетает сюжет в какие-то реальные мировые проблемы, и это прям... дает сюжету еще такого реализма и, ну, некой такой чувственности, что ли. Вот. Классно, классно.
Вот. Про то, что она не... Ну, там в переводе лучше бы подошло не собака, там дока не переводили собака, а вот на русском же у нас обычно по отношению к человеку, если хотят его оскорбить, говорят не собака, да, вот пес, псина, да, вот лучше бы там сказали, что считают, что типа я пес. Вот, а Снейк такой, нет, ты волк, гордая волчица, благородная. Да, она как бы, конечно, тут плохой персонаж, против нас сражалась, но, тем не менее, вот такое уважение между двумя воинами, типа. Да, один другого сразил, но, тем не менее, они продолжают друг к другу относиться уважительно. Так, ладно. Кстати, вот на этом грузовике можно будет отъехать в начальную локацию, если что. Так, тут у нас... Ага, тут у нас, тут у нас. Главное, чтобы там мин не было. Тут в некоторых этих мины также. Да, где ты есть-то? Ага, нет, здесь так нету. Еще, господа, у меня такой маленький... Маленькая просьба, я с вами еще минут 20 посижу и все. А то больше как-то не справляюсь. А, сегодня, короче, отсыпаться будешь. Угу. Хорошо. Без проблем. Так, рейшн, рейшн, рейшн. А, так у нас и жизни полные. Ага, хорошо. Просто замечательно. А, вот мы и коробку нашли как раз отсюда. Так, вот как раз Саня писал тут. Кстати, босса Рейвена легче всего валить минами и ракетами Никита. Ну, минами, да, и С4, в общем-то. Никита даже, я бы сказал, не особо, потому что он их может запалить, и тогда он их сшибает. А вот против С4 и мин он, ну, по сути, он безоружен. Так, ага, здесь тоже мин нету, хорошо. Так, ну и дальше он пишет то, что меня пробило на слезу сцена в первом сезоне игры «Зловещих мертвецов», когда Кэт сама себя застрелила, чтобы не видеть смерть сына, превращение его в зомби. Блин, это шедевр. Блин, ну я не играл, не смотрел, поэтому для меня это... У меня вот такая же проблема. Спойлер, в общем-то, но... Так. Я, в принципе, играть, наверное, все равно не буду, поэтому ладно. А, вот она, кстати, еще и лежит тут до сих пор. Насколько я помню, тут волки должны еще бегать, но они вот где-то лают, гавкают тут. Ну, как нам сказал Снейк, это наполовину волки, наполовину хаски. Поэтому гавкать они... Ага, во, вот здесь мины. Пополним свой запас клейморов. Так, диазепамчик. Ну, блин, диазепам, главное, дают после битвы. Надо было до битвы давать, ребята. Так, ну ладно. Пайков надавали. Вот тут прям, да. Не, в играх, да, если говорить про игры, много моментов таких, которые прям могут реально эмоции сильные вызвать. Особенно сейчас. Ну, как бы с развитием графики, понятно, стало... Там, допустим, героям еще чуть-чуть проще сопереживать, потому что появились реальная там мимика, да? А, здесь нету. Вот. Ну, плюс сами сценарии стали более взрослыми, что ли. Раньше там мало игр было таких со взрослыми сюжетами, типа вот Metal Gear, да? В основном таких как бы драм-то особо не было. О. А сейчас да. Так, Александр также пишет, что в спину Никита его. Ну, в спину, да. В спину это надо еще зайти ему в спину. Во-вторых, он может и... Когда ты в спину ему летишь, он же, у него есть фишка оглядываться, поэтому он все равно даже со спины может отстреливать эти Никиту, поэтому...
Никита, в общем, на боссе на Рейвене не особо эффективно все-таки. Так, здесь мы были. Так, ну все, ребят, это, в общем-то, конец первого диска. Все. Сейчас придется менять. Я, если честно, толком не знаю, как это на эмуляторе делается. Ну, сейчас будем посмотреть. Так, давайте вот здесь сохранимся, наверное. Ага, ты не достаешь, да? Хорошо. Сохранимся здесь. In China, they say it's better to live ugly than to die beautiful. I think it's true. Once you're dead, you'll never have another chance to be happy. I can't understand people who want to die before their time. Please, Snake, promise me that you'll come back alive. Сегодня, кстати, посмотрел пару еще трейлеров по этому, по Резику второму. Он шикарен, конечно. А я все пытаюсь день, наверное, третий или четвертый посмотреть Ральф. Вторую часть. Ральф? Против интернета, который... А что такое вообще? Мультик такой, Ральф против интернета. Да? Я что-то не в курсе. Первая часть, ну, в принципе, достаточно прикольно. Вот сейчас вторая вышла. Надо будет посмотреть. Надеюсь, будет куда интереснее, чем сделан. Так, вот она заставочка. Metal Gear Solid Change Disc, да? Я помню в четвертой части классно вот эту вот фишку, когда ты на Shadow Moses попадаешь, именно вот здесь, в этом же самом месте, и вот окон такой тебе звонит и начинает втирать там, так, Снейк, теперь тебе надо, короче, вставить, вытащить диск один, вставить диск два, короче, давай, ты справишься. Снейк такой, блин, а так он, не тупи, мы на новой системе, PlayStation 3. Он такой, а, ну да, тут же Blu-ray диск, все дела. Ну, короче, они прям говорят о... Опять же ломают четвертую стену. О твоем диске, что теперь Blu-ray, и никаких двух дисков нету, есть только один большой. Так, и такие еще, а, вот времена настали. Два старичка тоже. Так, сейчас вот так выйти, наверное, придется. Потом change disk, насколько я понимаю. Диск 2 вставляем. А, да, все. Нажмите кнопку старт после вставки диска 2. А, даже она сама запустилась. Не надо было мне там ни continue нажимать, ни reset эмулятора. Я вот насчет этого боялся. Думаю, вот ресетнишь его, а и чё? Так, старт, ну нажимаем старт, ага. Проверка, все, срослось. И грузимся, ребята. Прокатило. Да. Ну и вот, собственно, теперь начинается вторая часть игры. Мы вступаем в финальную стадию, так сказать. Ну, она еще, конечно, не финальная, но это вторая половина игры уже прям официально. Так, сейчас. Так, 4 смотрящих, 5 лайков, дизлайков нет. Хорошо. Ну, как он ходит? Так, ты сюда собрался заглядывать, что ли? Оу! Я хотел тебя придушить. Ладно. Застрелил в спину, ё-моё. Хорошо получилось. Так, СШ-гранатами, кстати, ну, светошумовыми. Я что тогда почти не пользовался. Да, по-моему, вообще не пользовался никогда. Что сейчас? Так, давайте здесь теперь сохранимся, чтобы не пришлось снова диск менять. Caught Snake? Ага.
А сколько сейчас? Четверо, да, всего лишь смотрят? Да, 4 человека и 6 лайков уже. Чё-то. Сегодня совсем мало, вчера, по-моему, 5 в основном сидело. А Настя уже спать легла, это я самый последний стойкий. After you reduce them to binary numbers and send them through the air, they're not memories anymore. I wouldn't be so sure of that. Хорошо, Сан Андреас. There's nothing my system can't do. Memories aren't just sounds and pictures. They exist somewhere between the sounds, between the pictures. I don't get it. Anything can be done digitally. If that's true, why don't you go ahead and try to say what I'm thinking right now? I can't say that type of thing. You have to put it into words at least. That's right. And that's what memories are. Wordless. I don't know about that. No matter how far data technology advances, you'll never be able to penetrate the human heart. You're wrong. It's just a matter of time. But first you have to try to understand human emotions, Mei Ling. And how do I do that? You have to allow yourself to fall in love with someone. Прикольный такой диалог. Как раз, собственно, сейчас примерно это и пытаются сделать. Ну, там, искусственный интеллект, чтобы он там, эмоции, все дела. Так. Тут сейчас достаточно такой момент интересный будет, блин. Помню, в детстве я тут частенько падал в лаву. Как он здесь присел вот, да? Крысы вон бегают. Они у нас на спине просто магниты. Липучки. Сан Андреас спрашивает, завтра GT3 будет? Нет, завтра пока GT3 не будет. Пока еще нет. Завтра мы, скорее всего, будем добивать МГС. Сегодня... Тогда не получится, наверное, его добить. Вот. О, камера такая стрёмная здесь. Либо можно завтра в Silent Hill 2 поиграть. Ну, тоже... с того места начать, где мы и были. Да ладно, у нас тут много, да? А, вы будете респавниться, что ли? Сан Андреас остался один на стриме. Эге. Так, чё там? Уже настроя. Саня... Слинял. А, Ютуб опять глючит. Рокс. А. То есть показывает меньше, чем есть, да? Хорошо, ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пацанчик, ты чё? Тихо. Что-то я неосмотрительно как-то автомата стрелял. Так, ой, отлично, паёк с него выпал. Хорошечно. Так, тут же где... А, это ниже, да? А, здесь есть лифт еще. Эй! А он сразу уезжает. Блин! А назад на нем можно вернуться? Да, можно, хорошо. Так, Александр пишет, просто многие играли и проходили первую МГС.
Это ты к тому, что людей мало? Ну, как бы, Гран Туризмо тоже многие играли и проходили. Тем не менее, его смотрят гораздо больше людей. Я говорю, просто у меня аудитория именно гоночная, в общем. И поэтому... Ну, плюс я еще... Я не самый лучший игрок в тот же МГС. Вот, поэтому... Ай. Я его... Так, Сан Андреас пошел в Форзу. Что? Сан Андреас пошел в Форзу катать. А. Давай. Давай, Сан Андреас. Так, а тут куда-то проползти можно. Вот сюда, по-моему. Нет? Да можно. Да, вот. Так, а тут есть что-нибудь? Вау, 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 бронежи... Да блин, вот... Тварь. Как вы заколебали эти пушки. Везде понаставили. Так, вот здесь мы, значит, берем эти. Броник, броник сейчас взяли. А я вот забыл, что он именно здесь лежит. Я помнил, что мы его, ну, как бы берем, там все дела, но где именно, я забыл. Но помнил, что здесь есть местечко. Такое вот. Так. Давайте броник поставим, что ли. Ага, вон паёк там, блин. Ну ха-ха. Эх, его очень опасно брать. Очень. Так, ну чё, ведь... Извини, пойду я, наверное, уже. А, всё, да? Да. Хорошо, уже. Давай. Антох, спасибо, а что... Я ещё немного посижу, и вы услышите мой храп. Глухой стук, да? Да. Так что уж, извините, приятно было с вами посидеть. Да, нам тоже, абсолютно. Вот, спасибо тебе, что пришел, что был с нами. Ну, я надеюсь, хорошо отдохнешь, завтра созвонимся. Да, ну, завтра, если не откажешься, то встречу. Продолжим. Ага, и? Ну, все. Все, чату всем победу. Пока-пока. Давай. Счастливо. Так. Здесь, по-моему, насколько я помню, где-то, блин, мины должны быть. Миноискатель. А может, я ошибаюсь? Этажом ниже, может быть, это все дело. Так, тут бы не свалиться. А тут нифига и нету. Так, это у нас дальше спуск. Но... Ага. Да, значит, эти и мины, и пушки будут этажом ниже. Ага. Подзабыл я уже это дело. Так, там нифига нету. Это что, настолько отстает трансляция? Только сейчас вот попрощались. Что пинг такой большой. Странно. Странно. Так, сейчас, по-моему, все будет хорошо, насколько я помню. Так, а что ты не нажимаешь на кнопку? Погнали. В общем, спускаемся все ниже и ниже, ребята. Куда мы вообще? Куда-то под землю прям. А, да ладно, уже сейчас будет? Да ты чё, блин? А я думал, когда мы будем возвращаться сюда. Блин, вот уроды, а. А-а-а, твари. Так, ладно, опять наш автомат. Я, в общем-то, был готов к этому, но потом подумал, что это будет несколько позже. Так. Я вот как думаю сделать? Паёк оставить или... На броник это дело поменять.
Так, давайте на броник, наверное, все-таки поставим. Главное не сдохнуть. Так, и постараемся засейвиться все-таки. Снейк. Так, по идее, это другая локация. Домна, а это грузовой лифт. Ага, хорошо. Фи. Да ладно, у меня куча континью, не переживай, Мейлинг. Так, пока живем, пока. Воу-воу-воу-воу-воу. А, нет, пока живем. Ой, хорошо. Ага. Тебе меньше доставалось, да? Гаденыш. Сдохни, тварь. Все. Ух. Ну вот так весело нам не дали скучать на таком длинном спуске. Блин, я думал, по времени просто будет более расставлены эти два боя. Там в лифте и здесь. Так, ладненько. Ага, здесь вот помехи. Блин, и вот здесь, да, здесь уже будут пушки точно. И здесь будут мины. По-моему. Блин, ну здесь даже детектор мин не поможет, да? А может насчет мин я, кстати, и ошибаюсь. Так, пушка. Иди в жопу. Блин, как-то ж... О, есть. Пробежали. Так, вон рацион вижу. Так, и пушек здесь больше нету. Хорошо. Вон патроны. Ладно. Ах ты, блин, все-таки есть. Вот собаки, а. Ага. Ох, целых еще два было. Клеймора. А здесь уже по краю понаставили. По краю не пробежишь. Значит, память-то меня все-таки не подвела. Я... Блин. Ага. Так, ну дальше, по-моему, нету здесь больше ничего. Так, тут что-то есть? Нету ничего. Так. Клейморчики мы собрали. Так, тут пухалка. Так, там еще патроны лежат у нас. Ага. Не попадаешь, да? Полный. Ладно. Так, ну здесь все должно быть спокойно. Здесь, по-моему, сейчас разговор у нас будет с... по-моему, с Миллером. Если я не ошибаюсь. Блин, чаю себе не сделал. Надеюсь, как в Резиденте они не нападут. Вороны. Кстати, вот по этому воронью уже можно было отчасти догадаться, да? Кто нас ждет внизу? Куча рейвенов. Ага, точно, Миллер.
I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah. And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? Скандал, интриги, расследование. It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But... you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja? Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Вот так вот, то есть мастер Миллер нам звонит и говорит, что чувак, у нас в рядах вполне возможно есть шпион и вполне возможно это Наоми. Ну, мы на самом деле видели, что она себя достаточно странно вела. И, ну, в общем, как-то она со Снейком себя странно, в общем, вела, да. Я на это обращал внимание. Постоянно цеплялась к его каким-то словам. Насчет Мэрил там. Еще были эпизоды. Так, а что у нас с Рейшнами? Блин, у нас 4 жизни неполные. В общем, сейчас за этой дверью у нас очередной просто-таки главарь сидит злобный. Перед этим, правда, будет тоже классная сцена, на мой взгляд. Вот, и прикольно. WhatsApp. Семок надо было с собой взять, воронье подкормить. Это да, это прокол. Ну, сейчас мы немножко раскидаем дошика здесь нашего из этого пайка, в общем, и приручим часть силы Рейвана. Иди давай спать уже. Хорош тут подглядывать за нами, да, ребята? О, Сергей Геннадьевич, привет, удачного стрима. Привет и тебе, друже. Спасибо, присоединяйся. Сейчас как раз ты пришел в достаточно интересное место. Сейчас будет битва с главарем очередным. Ну ладно, в общем, пойдемте. Там, в принципе, должны нам иногда будут падать эти самые рационы. Кое-откуда. Ладно, погнали. Сейчас сишку скушаю. Ну вот еще и на ночь, блин. Зачем тебе сейчас сишку кушать? Зачем тебе во сне брутальный голос? Хриплый. Молочка бы лучше попил. С медом. Добро пожаловать, казак. Вулкан Рейвен, короче. Вторая встреча с ним. Первая, помните, была на танке. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit Snake for говорит. A big boy like you. But that шутку was оценил, да? Battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? Он же шаман. I can't move. Кэмпбелл говорил. The Raven has put the mark of death upon you.
from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. А вот здесь про что он говорит? Какие-то восточные корни у Снейка есть. Нету там никаких восточных корней. Вот. But indeed, ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. Привет, Дед. Добро пожаловать. Eskimo Indian Olympics. Yeah, I know it. Must be a real threat in the muckduck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there is iron in your words. Угу. Окейушки. Так, ну в общем, как я и говорил, ну точнее, мы вели беседу с Саней Лысенко. В принципе, да, здесь самое нормальное такое оружие против него это C4 и как раз таки клейморы. У нас 11 клейморов и 16 C4. В принципе, этого должно хватить на этого здоровяка, но у него полоска мощная, и отниматься, я помню, она будет достаточно медленно. Потому что он мужик здоровый, индийский солдат. Солдат-индеец, точнее. Так, где ты там есть, твою мать? Ага, тут даже вот патроны на Никиту, видите, есть. Так, давайте где... Ага, вот он сюда. Поставим. Есть. А, ну нет, нормально. Я думал, меньше будет отниматься. Вполне себе пойдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ха-ха. Не хочет сюда заворачивать. Я даже подразнил его немножко. Так, он сейчас чем больше будет стрелять, тем... Ой, хорошо. Отлично. Пока все идет прям хорошо. Потом он начнет бегать у нас. А, он уже начал бегать. Ай-яй-яй! Ха! Не успел я C4 поставить. На спину ему можешь шлепнуть. Так, не, он вверх побежал. Так, вон уже сейчас там сундуки повалятся. Хорош, давай сюда иди. Давай, давай, давай. Вниз, 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 чувачок. Блин, опять кто-то завернул. Псих. О, чё-то там свалилось. Так, там он нам дорогу перекрыл уже. Ха-ха-ха! Хорошо. Просто замечательно. Ух, как он бегает быстро. Так, давайте здесь поставим. Ой, что-то он там еще завалил. Ох, кажется, мы попали.
Да. Ну ладно, 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 ладно. Воу. Не стал он. А чё ты, блин, дуралей? Чё ты не пошёл сюда-то? Вот. Вон, ну сейчас он будет обязан просто сюда встать, да. Так, давайте, короче, со Стингера его, что ли, пошмаляем немножко. Так, блин, где ты есть? Тяжелая дышка у пацана появилась. Ай-яй-яй. Так, либо, короче, Никиту. Наверное, даже лучше использовать. Воу-воу-воу-воу-воу. И там завернул. Так. Где он? Ага, вот, видите? Успел сшибить, короче, ее, да? По-моему, даже не потратили жизни у него. Так, тут Рейшен. Если чё. Чё, я не попал в него? Да иди ты в пень. Опять мимо, что ли? Так, ну чутка ему осталось, в принципе. Там я ее взорвал, блин. Давай вниз. Да вниз иди. Давай, 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 давай. Оп, сюда, сюда, сюда. О, 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 о. Е. Отлично. Шикарно. Воу. Давай сюда теперь поворачивай. Хош. Снейк, снейк. Есть, все. Заманили здоровяка. Ух. Ну она такая прикольная битва, но если вот так его валить, то она не сложная, в общем. Так, сейчас мы узнаем историю Рейвена. Тоже достаточно интересно. Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. You are very kind. Why? You are a snake. Гигант здоровый, кусь, смотрите. Внутри гигант. You and the boss. You are from another world, a world that I do not wish. И мы узнаем, из какого другого мира он имеет в виду. Go do battle with him.
I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. А, вот он нам, кстати, рассказывает одну из загадок. Вот помните первый DARPA Chief, к которому мы пришли? Вот, оказывается, что было. Кэмпбелл, помните, называл еще Дикой Октопуса, но мы его нигде не встречаем. Оказывается, это вот в роли его он был. В роли шефа Дарпы. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the Chief? That is the end of my hint. You must solve the riddle yourself. Выведать правду. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Ну, в общем, такой достаточно, на самом деле, загадочный персонаж, да? Вот даже тело его исчезло. Snake, it's me. Master, it's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Так, продолжение истории про Наоми Хантер. Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then, who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Так, вот правильно, Снейк, отключи вообще кодек этот сраный. Короче, видите, как события завертелись. Стоило нам перейти во вторую стадию игры, тут же появились шпионы. Тут прям Наоми, оказывается, вообще не Наоми, а вполне возможно, что завладела чьими-то документами и пытается нас обмануть.
Вот, ну ладно, посмотрим, что там будет дальше с этим делом. Так, тут Саня писал: надо стрелять в спину, когда он стреляет, ориентируйся по радару. Да понятно. Я вот помню, когда я на харде проходил, блин, когда там радара уже нету. Вот это был тут, конечно, хардкор. Уже не поориентируешься по радару. Все гораздо сложнее. В общем, тут он интересную вещь сказал, Вулкан Рейвен, что говорит, Снейк, говорит, обычно в природе все конечно, но твой путь это, типа, мол, бесконечная... бесконечный путь по трупам, да, то есть ты идешь и постоянно, в общем, на своем пути оставляешь бесчисленное число трупов, и, в общем, это когда-нибудь тебе аукнется. Я думаю, Кодзиме это тоже понравилось, и помните, в третьей части, в Metal Gear Solid 3 Snake Eater, у нас целая есть миссия, посвящена тому, как Снейк идет по реке смерти, так скажем, да, где там реально геймплейно все те, кого ты убил, они там отображаются. То есть вот по этой реке идешь, это когда Sorrow битва, да? Очень атмосферная и такая страшная миссия, там чуть ли не ужастик превращается в МГС-3. Вот. И там реально вот сколько ты убил народу, вот столько там и будет солдат этих, которых ты убивал. А если ты использовал... не летальное оружие, ну, не смертельное, то там вообще будет пусто. Потому что я проходил и так МГС-3. В общем, и... тогда, в принципе, река становится достаточно простым таким пробегом. В общем, классно. Вернулась эта мысля в третьей части. Говорил же, семок надо взять. Все вороны... А, вон вороны мужика здорового разобрали. Да, но это тоже одна из таких мистерий или загадок, что просто Рейвен раз и исчез. Тела его нету, остался только громадный пулемет, да, пятнышко крови небольшое. What's up, people? Беги и кричи, гули-гули-гули. Да. Не думаю, что это поможет. Так, вон у нас Рейшен, но здесь у нас посередине еще и будет подляна. Кстати, тут вот, я помню, в четвертой части они добавили такую штуку, как вентиляционную шахту, но здесь ее, как мы видим, нету. Вот здесь она будет, с этой стороны. И в четвертой части мы вот в этот коридор попадаем вот из этой вентиляционной шахты, которая вот здесь, в этой стене. Но тут ее нету, так что это... небольшое допущение со стороны разработчиков. Так, вау. Здесь тоже куча пушек. Ну, на самом деле, эти пушки тоже разбирать можно. Можно их разбирать просто со стингера. Вот так вот делая. Бам. Так, сразу по три штуки. Потому что AMP-гранаты, они реально более редко встречаются, чем на Стингер патроны, поэтому... Воу, сколько у вас тут, а? Так, все, поснимали вроде бы всех назойливых пушек. Так, ну единственное, можно... вот эту тоже снять, чтобы она нам в спину не стреляла. Воу-воу-воу, как это так? Мимо пролетела вот это, да? Так, вот. Там еще что-то на цели какие-то наводится, но, по-моему, там уже нету ничего. А, вон их там еще куча. Зачем они их здесь понаделали? Они все равно не стреляют. Странно. Так. Тут канализация. Да блин! Неужели осталось что-то там? Подождите-ка. Что там стреляет? Что-то я без понятия, что за бред. Откуда выстрелы-то?
Странно. Очень странно. Или сзади. Может, вот та пушка нас запалила. А, точно. Они все-таки стреляют, блин, твари. Стоит. Ага, вот и ракеты как раз на Стингер. То есть это и подразумевалось, что мы тут будем шмалять со Стингера. Ну, либо еще этого валить со Стингера, самого босса. Так, Так, ну вот, кажется, мы и добрались до главной нашей цели. Да. Хранилище Рекса. Вот это махина, да? Жесть просто. Впечатляюще, в общем. Когда особенно сюда первый раз попадаешь, да еще мысленно отмотайте время лет на 20 назад. В общем, да. Такая махина, она очень впечатляла. И, естественно, ты такой сразу думаешь. Мысль-то вертелась в башке постоянно. Неужели, черт возьми, придется биться с этим монстром? И такой, да ну нахрен, только не это. И таки да, придется. Спойлер, да? Так, ну здесь, по-моему, мин не должно быть. Так, давайте-ка ее сшибем, наверное, тоже. Может быть, тут рейшины будут? Надо жизик немножечко это. Так, да, есть. Так, а вот здесь, по-моему, да, могут быть мины. И, по-моему, они не могут быть, а они здесь есть. Вот в самой этой жиже. Нам, кстати, пожиже... Вау. Придется еще бегать. Да, и, в общем, это, видимо, вода какая-то радиоактивная или что-то типа того. Жизни начинают отниматься. Ладно, нам, я говорю, еще побегаем мы по этой жиже. Будет там эпизод. Так, с этой стороны у нас тоже должно быть что-то подобное. Ага. Не хотят нам больше рационов давать, ну ладно. В общем, ребята, забираемся на Рекса. Опа. Развитие сюжета пошло. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. Молодец, it looks like they've finished getting metal gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the three keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Так вот, кто оказывается причастен к выборам Трампа. Кто выбрал Трампа? Не русский хакер, а Атакон. Вот кто во всем виноват. Так, WhatsApp People пишет. Я всегда представлял, что он не ходит, а на колесиках ездит. Но это про самого Metal Gear. Ну, не, у меня, не знаю, таких впечатлений не было. Хотя, по-моему, в игре, в одной из игр от From Software,
как она там называется, Front Mission, по-моему, да, про больших роботов. Там, да, там, по-моему, были роботы что-то типа на колесиках. Тоже громадные такие, типа Metal Gear. Так, опять звонок. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his third security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Так. Так, продолжаем. Чаёк-паёк. Так, тут у нас пушек вроде нету. Надеюсь, тут еще один рациончик будет. Да, действительно, очень тихо. И на самом деле это круто. Ну, тут геймплейно, в принципе, объяснят этот потом фишку, то, что нету охраны вообще никакой. Но я думаю, здесь с геймплейной точки зрения, именно с игровой такой, просто Кодзима решил дать игрокам побегать и просто понаблюдать, чтобы им никто не мешал, и восхититься просто размерами. Восхититься, в общем, размерами. Троеточие, да? Черт возьми, в этом случае размер имеет значение. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? Looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think that data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so.
Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Короче, вот такие неутешительные новости от Акона. Раскопал и говорит, что тут вообще все попахивает армагеддицом. Вот, и, в общем, это абсолютно боеголовка, которая вот с рельсовой пушки Metal Gear запускается. Она невидима вообще ни для каких систем обнаружения. В общем, провод этой вот. И, в общем, если они запустят ракету, никто ее уже сбить не сможет. Так что все серьезнее, чем это ожидалось, и полковник об этом знал, собака. Ну, естественно, кто посвящает каких-то солдат, пусть и таких знаменитых, в подробности операции. Хотя притворялся другом, все дела, Снейк, давай, ну, это тоже все понятно. Игры на высшем уровне. What's up, people? Ядерная ракета без топлива? Уранная катапульта? Ну, она не то... Ну, как бы да. В принципе, можно и так сказать. Такая... Гравипушка, придуманная Кодзимой. Ага, вон есть все-таки какой-то охранник один одинокий, калека. В расход его пустили просто. Так. Пацанчик, ты сюда идешь? Блин, да что ж такое-то? Че ты не целишься-то? Снейк, твою мать. О, есть, упал. Так, что там еще? Александр Лысенко. Я, например, не считаю, что старые игры конца 90-х, начала 2000-х, это спойлер. Это одно и то же, что сказать, что в Doom финальный босс это кибердемон. Вот, ё-моё, ты взял мне и проспойлерил сейчас просто вот. Просто уничтожил. А я такой думаю, дай-ка сейчас после МГС вот поиграю, может быть, в Думчик в первый. А ты мне главного босса спойлернул. Все, я не буду играть в Дум теперь. Спасибо тебе, друже. Шутка, конечно. Ну, на самом деле, да, это такое тоже. Игре 20 лет и пытаться тут сохранять мину при плохой игре, да, что мы тут, типа, не знаем никто сюжет. Вот. Но, тем не менее... I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah. And Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Вот представляете, это при том, что можно не звонить, да, по кодеку и не общаться с этими людьми, ну вот, кто у нас якобы нам помогает в операции. Тут столько вот этих разговоров, и они настолько, ну как, реалистично, особенно когда ты, что там, пацан какой-нибудь там 12-летний, пускай там 15-летний. А, черт, это прям реально взрывало мозг. Ну, я тебя, Антоха, понимаю, ты на японском играл, поэтому тебе взрывало мозг чуть-чуть другие вещи. Но, тем не менее. Текста столько здесь, что ой-ой-ой. Вот WhatsApp People пишет. Ну, мне, например, не удалось пройти Medieval, и для меня это было бы спойлером. Да, в принципе, многих игр... не проходили, всех-то игр не пройти, и я говорил, что на PS1 много игр есть, которые я не проходил, которые вы мне там о них рассказываете. И да, полностью я не знаю сюжет МГС на русском. Ну, все это слышали, игроманы. Ну, слышали, да, слышали, но может все-таки кто-то есть, кто не в курсях. Поэтому вот делаем вид, что, ой, что же будет дальше? Чем же все это закончится? Вот, смотрите, его морда, так сказать. Кабина, да.
Радар этот. Блин, почему? Давайте сейчас его расхерачим. Мы же знаем, что будет дальше-то, собственно говоря. Да, прикольно. What's up, people? А может, кто-то и забыл. Ну да, верно. А может, кто-то и не знал. Вот Антоха, например, проходил МГС, но проходил на японском, да? Ну и как бы... Ё-моё. Сложновато на японском в сюжете разбираться. По крайней мере, в его тонкостях. Так, вот мы пришли в Control Room, в каком-то управлении. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Chernobyl, Russia? No, there's been a change. Chernobyl? The new target is not China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Выжил наш жиденький, в общем. Видите? На взрыве в вертолете. Major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India... Дерзкий. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox Dye vaccine in our demands. Сейчас, кстати, миллиардик это не так уж и много, да? Он разработчики GTA-шечки в первый день заработали свой первый миллиард. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. А, вот они обсуждают, почему умирали-то. Шеф Дарпы. Maybe it's just because this fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend Colonel Sergei Golukovich at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. Hmm, he's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. Мантис еще и промывал мозги. We're not going anywhere. We're going to dig in here. We can still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream.
But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Так, сейчас переговоры по кодеку, но вот это, конечно, интересно. Стоит в трех метрах от этих. I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So, how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah. You better get started. We don't have much time. But it takes three keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all three keys. What are you talking about? Во, разгадал, короче. Made of a shape memory alloy. Меняющий форму сплава. Т-1000, ё-моё! И здесь ты! The material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually three keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those three laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all three terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key three times. Или это Кодзима придумал? It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Вот так вот, а. Slow motion. Ха-ха. Snake, this is bulletproof. Такой звук был, как будто кто-то ртом делал так. I'll enjoy watching you die. Ага. Короче, запалили они его, но что-то как-то не особо его преследуют. You've got to get that key. Угу. Ну окей. Вот о чем я и говорил, что сейчас придется нам снова вниз спускаться в ту самую эту канализацию, в общем. Так, сейчас давайте я сообщение почитаю. Вау, тут на нас облава опять. Так. Где-то тут были. А, опять плохие русские. Банальщина, вырубай, говорит WhatsApp People. Ну, на самом деле здесь, я понимаю, что ты пошутил, но тем не менее, это здесь-то не русские плохие, в общем-то. Здесь сотрудничают они просто с русскими. Ну, а русские что, любой ценой хотят там как-то подняться, тем более это там какой-то полковник, именно высший чин. Вот. А здесь плохие американцы, которые... им плевать на свою страну, в общем-то, и лишь бы заработать денег ради своих каких-то там целей. Вот, и... ну, видели, что сказал наш жиденький. Называя с этого момента это место Outer Haven. То есть он прям идет по стопам Биг Босса. Хочет возобновить вот это наемническое дело все. Так.
Александр Лысенко, этот кто-то сам виноват. У меня полно сайтов с игр, новостями. Но они же не спойлеры. Ну, да, так-то оно так, но тем не менее, типа самому пройти-то круче. Ну, правда, тоже сейчас не сам Антоха проходит. Но ютубчик это считай, что сам прошел, да? Так, это новости, пишет WhatsApp, а спойлеры это спойлеры. Ну, в общем, ладно. Александр Лысенко продолжает. Ну, в новостях часто описывают геймплей и сюжет, так что не... Так что не читать. WhatsApp people. Читать, но только между строк, обходя сюжет и героев. Короче, название почитал и закрыл. Ну да, типа того. Не, я потом читал еще сюжет. В принципе, именно русскоязычную версию МГС я вообще первый раз прохожу. Вот. Я в те самые времена мы с Лехой переводили с тем самым вот русско-английским этим переводчиком. Вот, пытались понять, что как. Ну, в общем-то, поняли. Но потом я читал и фанатские сайты, и форумы, и, в общем, разбор там сюжетов, все такое. То есть я был прям погружен в МГС с головой. Вот, одно время я прям сильно фанател по этой серии. Так, ну что, продолжаем. Сейчас нам надо отбиться, я так понимаю, вот опять от солдат. Так, Фамас у нас стоит. Так, ну и все, собственно, отбились. Достаточно просто. Здесь все было. Ну и на самом деле это немножко странно, что все равно как-то вроде тревогу подняли, но какая-то она такая кислая, хиленькая. И, в общем, никаких проблем нам не доставило. Стрелять в нас, преследовать тоже никто не стал. Оселот просто по карточке стрельнул. Выбил ее у нас из рук. Ну и она где-то сейчас внизу валяется. Сейчас придется по этой жиже ядерной бегать. Тут тоже есть прикол такой. По части этой карточки. Короче, он может ее там, по-моему, крыса сожрать. И... Так, а что же интересно, если бронежилет одеть, он хоть как-то будет защищать? Во, есть. Паёк, отлично. Убегаем, 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 убегаем. Ну вот, собственно, мы ее и забрали. Нет, значит, никакая крыса ее не схавала. В общем, тут может ее сожрать крыса, и она будет, по-моему, в другом вообще конце где-то, ну, с другой стороны. Придется ее за ней бегать. Ну, в общем, теперь нам, по идее, надо вернуться назад и вставить обычную карточку. Так, я еще, знаете, что хотел сделать? Попробовать камерой сфотать что-нибудь. Так. Нет, вот так. Давайте Metal Gear клацнем. Самого. Вот отсюда, наверное, будет прикольный ракурс. Как-то вот так. Так. Увеличение. Ага. А, сохранить на карту памяти. Ну давайте сохраним, а чё? Потом ещё. Нужно два блока, уго. Представляете, вот ради одного снимка два блока. То есть сделал второй снимок, еще два блока. Неплохо так место занимало. Круто, блин. Хотя, может быть, в эти два блока входило, могло входить несколько фотографий. Черт его знает. А, во, можно еще наводить. Ага. Ладненько. Жалко, селфи нельзя сделать, да? На фоне Metal Gear.
Так. Александр Лысенко. Лично я не хочу убивать время на игру, которая мне не нравится. Судя... Что-то я не понял. Лично я не хочу убивать время на игру, которая мне не нравится. Судя по описанию, да? А ты какую игру имеешь в виду вообще? Что-то я не совсем понял. Ты о какой игре? Ты не об МГСе, надеюсь? Алекс Вульф, у вас лайв турбопалец. Привет! Привет, Алекс. What's up, people? А вдруг рецензия, написанная автором, будет крайне различаться с твоим мнением после прохождения? А, это вы там о своем, короче, о том, что читать форумы надо. И потом мнение составлять. Так, давайте-ка сохранимся заодно. Позвоним. Мейлинг. What's up, Snake? Да, мы давно не сохранялись. Последний раз в грузовом лифте. Подземная база, уровень первый. Snake, in China, they say, when walking through a melon patch, don't adjust your sandals. That means that when things get really bad, you have to try to remember what's important. Keep things in the proper perspective, okay? Тоже вот, да, сколько сейвуешься, она все время что-то другое говорит по-разному. Так, ну-ка, мастер. You got the car key back? Good job. Now hurry to the control room. You found the car key, right? First comes the room temperature key. Put it into the far left terminal in the control room. That key is actually an IC card. Its connector pins and main body are made of a shape memory alloy. It's designed so that unless it's been changed to the correct shape, it won't be recognized by the PAL code input terminal in the control room, and the detonation code won't be entered. Все понятно. Так, Наташка, что скажет? Хорошо. А, да, она, короче, говорит о том оружии, которое у тебя в слоте выбрано. Блин, Наташка, не тупи. Так, ну-ка, чё глубокая глотка скажет о наших успехах? Не? Чё? Занят. Мэрил, ну-ка, Мэрил позвонить. Может, она там очнулась где-нибудь? Нет. Все, короче, забили на нас. Так, кто ещё? Кэмпбелл. Кэмпбелл, ты сволочь поганая. And use that key to re-input the PAL codes. Stop that launch. Да пошел ты вообще предатель, ё-моё. И вообще, сам трейлер, в принципе, тоже спойлер, так что об этом говорить можно долго. Очень долго. Просто нереально долго. Вот, например, трейлер пятого Терминатора, вот там реально был спойлер. Такие дебилы просто делали рекламную кампанию пятого Терминатора, что это ж надо, блин, основную фишку, блин, в трейлере просто загубить. Рассказать. Тупицы, блин. Я вообще не люблю трейлеры смотреть. Если я что-то жду, вот как с Резидентом вторым, да? По крайней мере, до демки я вообще ничего не видел, кроме первого самого трейлера. Если я точно знаю, что я хочу в дальнейшем там в эту игру поиграть или этот фильм посмотреть, я стараюсь вообще не смотреть по нему никаких материалов. Потому что это чревато. Так, где ты есть? А, вон он. Не? Че, опять не? Кто-кто? Кто?
Ну, до новостей я еще короткий обзор смотрю. Если я точно знаю, что я в игру не буду играть в ближайшее время и не особо хочу, тогда я могу, конечно, и трейлер посмотреть, и даже прохождение игры на ютабчике, ну, как бы, это нормально. Но если я все-таки планирую играть игру, я себе вообще стараюсь ничего не спойлерить. Так, где у нас эта карта CDD? Так, да, теперь ее надо будет охладить. В принципе, охладить ее не так сложно. Это не настолько далеко от нас. Так, это сейчас, если мы побежим, нас того заметят. Броник. Так, WhatsApp People. Ну, тут выбирает каждый. Хочешь, смотри, хочешь, не смотри. Главное, чтобы итоговый продукт был хорош, а не то, как сказал Витя. А чё я сказал? Я сказал, что если хочу поиграть в игру, я не буду по ней ничего смотреть. И опять же, ты сам говорил, что мнение может отличаться от обзорщиков. То есть, даже если игра... Ну, типа, кто-то говорит, что она херовая, да, вышла, ну, дерьмом откровенным, да. Она мне может все равно понравиться. И если я хочу в нее поиграть, я поиграю, даже несмотря на мнение, которое там обзорщики какие-то говорят. Что, например, игра дерьмище. Я все равно буду в нее играть, и до того момента, пока я в нее не поиграю, я спойлерить себе, опять же, сюжет не буду. Теми же трейлерами там и прочим прохождениями. Ну вот. Мое мнение. Александр Зусенко, с тобой согласен. Ну, хоть вы между собой договорились, ребята. Это хорошо. Так, тут опять этот балбес возродился, нет? Точно, блин, вот урод. Дайте рацион, мать вашу. Хватит меня патронами кормить. What's up, people? Помню, был фильм «Война миров» с Томом Крузом. И в трейлере были представлены самые лучшие моменты и весь сюжет. Как было интересно сидеть в кинотеатре, вы не представляете. Ну, да, я просто трейлеры по «Войне миров» не смотрел тогда, и я ее смотрел вообще не в кинотеатре первый раз, а дома, и... Я вот помню, что Терминатор 5, для меня это прям эпический фейл был у них. А, про Терминатора? Согласен. А, ну все, понял, ага. Ладно, отмазался. Так, так, ладно, давайте до низа спустимся. Даже нет, не до низа, а перейдем в другую локацию чуть-чуть. О, так, слушайте, броник даже отображается на нас, я что-то этого не замечал, смотрите-ка. Блин. Ну,
в детстве-то, наверное, я это замечал, а сейчас я реально этого не замечал, что когда надеваешь бронежилет, вот он появляется прямо. Вот я о чем и говорю. Такого тогда в играх было очень мало. И МГС, вот смотрите, к мелочам как относится игра. Очень круто. Блин, это прям подкупает. Это даже сейчас достаточно круто. Даже сейчас не во всех играх у тебя там отображаются изменения в твоем камуфляже или на твоей одежде. Черт возьми, это круто. Реально. Блин, тут сейчас опять пушек куча. Воу. Так, ладно. Спокуха. Где у нас МПшка? Воу. Ты там взорвешься, надеюсь, в воде. Да. Хорошечно. Ух, сколько вас понатыкали. От души, как говорится. Так, тут по идее... А, наверное, не сейчас, когда мы пойдем в горячую зону. Наверное, тогда появятся здесь охранники. Но охранники тут точно появятся. Позже. Ну, в общем, да. Здесь тоже вот такая геймплейная фишка. И я говорю, что вот эти мелочи. Сейчас нам получается вот здесь в холоде надо побегать, чтобы карту эту заморозить. И тоже мы, блин, долго переводили, понимали, что надо вообще сделать. Но с Лёхой мы тоже сами поняли, что надо делать в этой ситуации. Правда, долго пришлось переводить там вот эти все диалоги, заново пересматривать их, переспрашивать все с этим, с учебника переводить. Но додумались таки. Так, Александр Лысенко. Не, ну я вот посмотрел трейлер «Охотники за привидениями 3», но я все равно его жду. Не, ну если там, допустим, ничего сюжетно не заспойлерили, хотя это ты поймешь, только когда будешь смотреть фильм, да? Для себя, наверное. Хотя можно и по трейлеру понять, что что-то они лишнего сказали. Так-то понятно, что посмотрев трейлер, если он тебе понравился, то ждешь фильм. И здесь скорее вот как я говорю, что ты, даже несмотря на трейлер, ты ждешь этот фильм. Как я говорил про фильмы и про игру. И тебе, в принципе, было пофигу бы. Даже тебе, наверное, трейлер не понравился, ты бы все равно, ну, как бы, уровень ожиданий, может, чуть-чуть бы снизился, но я думаю, ты бы все равно ждал «Охотников третьих», потому что это, ну, как бы, такая фанатская, вот, любовь еще с детства, и, в общем, черт возьми, да, мы все ждем «Охотников», вот, поэтому тут, как бы, трейлер не испортил бы впечатлений. WhatsApp People, зато с эмоциями героев может поспорить только Андромеда. Полное название игры не помню, но она вышла в 2000... Андромеда в 17-м, наверное, она вышла, да, где-то? Это я про МГС. Андромеда? Да, Андромеда, по-моему, была дерьмовым. Андромеда, ты Mass Effect имеешь в виду? Андромеда, да? Mass Effect Андромеда, да. Ну, не знаю, я не играл в нее, но, по крайней мере, там, фанаты Mass Effect ее засрали целиком и полностью. Поэтому там, по-моему, эмоций особых-то и нету. Так, ладно, ребят, давайте, наверное, на этом закончим. Нам, в общем-то, не так много осталось. У нас сейчас тут останется беготня в основном. Вот, и, ну, в общем, чтобы только босса основного не оставлять на последующую, на последующий телемост, давайте сегодня закончим. Ну и как бы я
не могу, не смогу себе простить, вот, потому что я так вижу, что пока идет прямой эфир, Антоха так и не уйдет спать. Вот. Хотя он ушел уже час назад, даже больше, вроде бы, спать, но, ну да, час назад. Все никак не уляжется. Во всем этом я буду, естественно, винить себя. То, что он опять не выспится, проспит, завтра на работе не продаст очередную сборку, то, что будет зевать, вот, и пугать людей. Да, поэтому надо заканчивать. Сейчас давайте здесь сохранимся. Я просто хотел поменять чуть-чуть локацию, чтобы в одной и той же не подряд не сейваться, иначе игра не поймет, по-моему. И... А так, вот мы уже добрались до хранилища этого, или что это? Склад, да. 8:45 играем. Ну, в общем, где-то часов за 10, я думаю, мы затащим. Ну, не, не за 10, чуть больше, наверное, все-таки. In China, they say, the snake, knowing itself, strikes swiftly. It means that if you have confidence that what you are doing is part of your true nature, there should be no hesitation. I don't know whether your orders are in your true nature or not, but snake, believe in yourself. Да, вот и Мейлин говорит, верьте в себя, и все будет хорошо. Так. What's up, people? Ой, да ладно. На что ладно, что ладно? Ничего не ладно. Нефиг тогда было с прямого эфира сбегать. Ну, вот отсюда. Голос свой прятать. А то сидишь там. Сидишь, значит. Александр Лысенко, спасибо и удачи всем. Да, ладненько. Давайте тогда... До завтра. Всем спасибо, кто был. Спасибо, что ставили лайки, комментировали, общались. В общем, все вот это вот. Спасибо тебе, Антоха, еще раз, что частично был на стриме в качестве соведущего. Ну и, в общем, что не пошел спать, это тебе, конечно, не зачет. Вот. Да, ну вот, все. Все попрощались. В общем, всем ага. Тебе тоже спасибо, WhatsApp people. Все, всем до встречи завтра в то же время на том же месте. И с вами был Скудер, канал Ни Слова о стримах. Всем пока.
Ha 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 ha!